بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья и сестры, мы с братьями, алхамдулиллах, сейчас в лучезарной Медине, в Медине пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, перед Магриб намазом, алхамдулиллах, направляемся в мечеть, чтобы совершить намаз. После этого хотим дать салям нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, именно здесь, под этим куполом, зеленым куполом, в комнате Айша, радиаллаху анха, похоронен посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Бакр и Умар. Аслав Хазрат, вопрос такой, вот, как правильно салям давать пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и остальным нашим праведным, да, подвижникам? То есть, как давать правильно, джазакаллах хайр, шейх Рамиль, то есть, как правильно давать салям? Мы проходим мимо могилы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, говорим, ассаляму алейка, я Расуляллах. Рядом с ним похоронен Абу Бакр, радиаллаху анху. Говорим, ассаляму алейкум, я Абу Бакр. Потом мы говорим, ассаляму алейка, я Умар. И все, и выходим. Больше ничего не добавляем. Ассаляму алейка, я Расуляллах. Ассаляму алейка, я Абу Бакр. Ассаляму алейка, я Умар. Аскафарит, а еще вот заметил, многие стоят и просят дуа около могилы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Правильно это или неправильно? Как нам поступать в этом? Некоторые просят дуа, обращаются к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Правильно вы заметили. И думаю, что посланник Аллаха им чем-то поможет и обращаются к нему. Это ширк, это запрещено делать, это является большим грехом. Аллах субхану ва тааля в Коране говорит, обращается к пророку и сказал: "Кул инни ла амлику ли нафси дарра ва ла нафъан илля ма ша Аллах". Мухаммад, скажи, поистине даже самому себе я не могу не причинить ни зла, ни вреда, ни пользы, если не пожелает Аллах субхану ва тааля. Не то, что другим людям, самому себе даже посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям не может не причинить ни вреда, ни пользы. Поэтому обращаться к могиле пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям нельзя, это является ширком, является многобожием. И мы только должны обращаться к Аллаху субхану ва тааля. Даже через его могилу нельзя к Аллаху обращаться. Только обращаясь к Аллаху субхану ва тааля. Поэтому некоторые, вы заметите, машаллах, правильно стоят около могилы и просят дуа, обращение к посланнику Аллаха. Это все запрещено делать. Это является большим грехом. Просто мимо проходим могилу пророка, говорим, ассаляму алейка, я Расуляллах, ассаляму алейка, я Абу Бакр, ассаляму алейка, я Умар. Джазакаллах хайран, баракаллах.